В августе 2007 года, покинув райский остров Санторини, наша съемочная группа отправилась на поиски следов цивилизации древних Микен. Микены расположены на равнине Аргос, в северо-восточной части полуострова Пелопоннес в Греции, и является одной из колыбелей греческой цивилизации. Их влияние когда-то распростиралось на все Средиземноморье. Слово «микены» много раз упоминается в поэмах Гомера, и каждый раз оно фигурирует вместе с прилагательным «золотой». Загадки древних микен словно магнит притягивают к себе людей. По извилистой горной дороге мы приехали на заросшую равнину. Вдали смутно виднелись развалины древнего города, который расположен на окруженном горами холме. Неужели это и есть древние золотые микены из произведений Гомера? У подножия микенских развалин группа людей проводила некую торжественную церемонию. Под звуки песнопения мы медленно приблизились к ним. Мы поинтересовались, для чего был проведен этот обряд. Археолог ответил, что он сам грек, и что в этот раз раскопки ведутся на месте зарождения греческой цивилизации, поэтому с помощью этой церемонии они хотели получить благословение. And therefore, I mean, it's not only important to me as Greek. You know, I feel thrilled whenever I step my foot here. You know, that's my past. And... Нам сказали, что древние Микены стали легендарным городом благодаря трем историческим лицам: Агамемнону, Гомеру и доктору Генриху Шлиману. В греческой мифологии Агамемнон был царем Микен и командующим греческой армией. Чтобы отомстить за смерть брата, он возглавил войска, набранные из отборных воинов Греции, и отправился на Трою. Война длилась 10 лет, и он в итоге одержал в ней победу с помощью уловки, известной всему миру как «Троянский конь». После взятия Трои Агамемнон возвратился на родину с огромной добычей и принцессой Кассандрой, но был убит своей женой и ее любовником. Его жизнь трагически закончилась, однако благодаря мудрости и воинской доблести его величали царем мира. Если бы не люди, воспевшие Агамемнона, то, невзирая на его победы, никто бы не узнал о нем. Великий поэт Гомер описал его деяния в своих наиболее известных трудах «Илиада» и «Одиссея», которая считается важными вехами в истории европейской литературы. Эти произведения не только дали археологам ценную информацию, но и позволили передать сквозь поколения подвиги героев, таких как Агамемнон. События, описанные в книгах, вызывают у археологов большой интерес к истории Древней Греции и наталкивает на всевозможные предположения и догадки об этой легендарной земле. Однако догадки – это не факты. И до середины 19 века люди не знали о микенской культуре. Все изменилось, когда немецкий торговец Генрих Шлиман приехал в микенские земли. Говорят, что Шлиман не был профессиональным археологом. Тогда как же он раскрыл историческую тайну? В Микены Шлимана привел не кто-нибудь, а сам Гомер. Шлиман не сомневался, что эпопеи Гомера основывались на реальных событиях. Увлеченный легендой, он потратил все свое состояние, чтобы приехать на этот пустынный холм и найти царство Агамемнона. Нетрудно представить, что когда Шлиман начал копать усыпанную камнями землю, то даже рабочие дивились его поступку.
то время, кроме Шлимана, никто не верил в успех. Действительно ли существовал царь мира Агамемнон? Правдива ли информация в поэмах Гомера? Смог ли немецкий торговец Шлиман в пустынной горе найти царство великого греческого правителя? На пути к Микенским развалинам мы встретили девушку, которую зовут Василеки Сказа. Из разговора мы узнали, что она сотрудник археологического отдела. По кратчайшей дороге Василеки привела нашу съемочную группу на развалины Микен. Перед нами предстала древняя крепость возрастом более 3300 лет. Теперь здесь остались только кучи кирпича и щебня. Но у входа мы увидели изображение пары хищных зверей без головы. Here we can see the Lion Gate is the main the earliest monumental sculpture of the European civilization. We can see it's the first entrance to Acropolis. The second is at the north place area. And here it consists of four main stones. Over the lintel we can see the famous sculpture of the Lion Gate. Василеки сказала, что львиные ворота являются парадным входом в крепость. По археологическим данным, они были построены примерно в 1300 году до нашей эры. Стены по сторонам ворот выступают наружу, образуя удобный для обороны проход. Львиные ворота 3,5 метра в ширину и 4 метра в высоту. Столбы вырезаны из цельного камня. Утончающаяся к концам перекладина весит 20 тонн. Такая конструкция помогает сократить нагрузку на столбы. На треугольных плитах вырезаны два льва, опирающиеся передними лапами на алтарь, словно они охраняют ворота. Хотя крепость Микена уже превратилась в руины, ее главные ворота сохранили свое великолепие, несмотря на воздействие ветра и дождя в течение 3000 лет. Хотя у львов нет головы, но их напряженные спины и мощные передние лапы говорят, что они все еще готовы к атаке. Возникают новые вопросы. Куда пропали головы и почему были выбраны именно львы? Василеки сказала, что несмотря на то, что туловища львов вырезаны из камня, головы, вероятно, были изготовлены из золота и, возможно, похищены. Но почему выбрали именно львов? Некоторые считают, что это символ семьи царя Агамемнона. Другие полагают, что лев является воплощением богини охоты Артемиды. Как бы то ни было, львиные ворота стали символом Микен. We're inside the Lion Gate. We know that the door was a double, two leaves of door, and it covers with leaves of bronze in order the swords with fire not won't start fire to the door when they come the enemies when they approach the gate. And it has two leaves. It opens like that, and we can see here the holes over yeah. where the main column of the door. Was inside there, and when the door opens, it goes in here, the hands of the door. К нашему удивлению, между гигантскими камнями, из которых были выложены городские стены, не было никакого связующего материала. Средняя толщина стены составляет 6 метров. Самая толстая ее часть достигает 80 метров. Верхняя часть имеет волнообразную форму.
Древние технологии строительства до сих пор вызывают у людей множество вопросов. Во втором веке до нашей эры в своих путевых заметках греческий историк Павсаний так описывает Микенскую стену. Часть городской стены и львиные ворота сохранились до наших дней. Говорят, что они были построены циклопом. В своих заметках он также пишет. Тут были подземные сооружения Атрея и его сыновей, где хранились их сокровища и богатства. Тут есть гробницы Атрея, а также Агамемнона и трех его воинов. Эти пять гробниц расположены в пределах стен. А жена Агамемнона и ее любовник похоронены снаружи, ибо они недостойны уважения микенского народа. Однако, кроме львиных ворот, внутри оказался лишь пустынный склон. Где же гробницы, которые видел Павсаний? Неужели его описание всего лишь выдумка? Минуя львиные ворота, мы прошли около 500 метров на юго-запад. В объятиях горных хребтов мы заметили длинный каменный коридор, в конце которого находятся большие каменные врата. Excavators have found in Mycenae 9 tholos tombs. One and the latest tomb is this one, and we call it the Mystra's tomb. It is belong to the 1220 BC, and it's the latest tholos tomb, Mycenaean tholos tomb. Быстро пройдя по коридору, мы увидели, что стены по обеим сторонам сложены из аккуратно обтесанных камней. В конце коридора стояли ворота из гигантских каменных блоков, напоминающие львиные ворота. Каким образом сюда доставили эти огромные блоки, и как из них сложили стены? Эта тайна до сих пор не раскрыта. Восхищаясь великолепием строения, нам не терпелось узнать, кто его создал. They used to cut the stones on the rock to open a hole. First of all, they open a hole to the mountain, and second, they cut the stones rectangular, and they add rings and rings with smaller diameter. And when they go upstairs, they only put a slab on there. And from that top, the Lipasas stole the tomb of the Mystra. It has 1350 meters diameter and 40-60 meters high. And over three rings of stones, we can see some holes over there. They used inside there to put rosettes, gold rosettes and spirals, just to decorate the tomb. Неужели это сокровищница Атрея? На этот вопрос Василики ответила утвердительно. Это крупнейшая купольная гробница в Микенских развалинах. К сожалению, когда гробницу обнаружили, все ее реликвии уже были похищены. Считается, что Агамемнон был похоронен именно здесь. Быть может, его гробницу постигла такая же судьба? Василики сказала, что более 100 лет назад, когда доктор Шлиман вошел сюда, он отреагировал иначе. Он верил, что гробница Агамемнона избежала такую участь. После долгих раздумий он отправился искать ее на пустынном склоне у крепости. Его решение вызвало насмешки археологов, но Шлиман не обращал на них внимания. Он был уверен,
что гробница Агамемнона расположена где-то возле древней крепости. В ноябре 1876 года под контролем Ассоциации греческих археологов Шлиман начал раскопки у львиных ворот. Вскоре, в 12 метрах от ворот, он нашел 30-метровый круг из каменных плит. Земля внутри круга была утрамбована. Открытие обрадовало Шлимана. Он был уверен, что на круглом участке найдется что-то очень ценное. Сначала он выкопал несколько плит, на которых были вырезаны изображения воинов в колесницах. Это подсказывало ему, что могила должна была быть где-то внизу. Поэтому он продолжил раскопки и через несколько недель нашел 5 подземных гробниц. Василики привела нас на место, окруженное каменными плитами, где Шлиман обнаружил могилы. Эти прямоугольные могилы расположены на склоне горы, на глубине от 3 до 6 метров. Здесь нашли 17 тел. В каждой могиле были захоронены по крайней мере 2 человека. Большинство тел были облачены в золотые украшения, созданные искусными мастерами и поражающие своей красотой и разнообразием. Это удивило тех, кто сомневался в подлинности описаний Гомера. В 5-й гробнице Шлиман нашел то, что он долго искал. И это еще раз убедило его в реальности событий, описанных Гомером. В 5-й гробнице, рядом с телами 3 мужчин, он нашел оружие, украшенное золотом и серебром. Мужчины были одеты в золотую броню и маски. Когда Шлиман поднял золотые маски с первых 2 тел, то их черепа уже разложились. Но когда он поднял маску с 3-го человека, то увидел хорошо сохранившееся лицо. Однако оно сплющилось под весом золотой маски. Рот был широко открыт, и виднелись 32 зуба. Исследование показало, что человек умер в возрасте до 35 лет, что совпадало с возрастом Агамемнона на момент смерти. Шлиман на радостях немедленно послал греческому царю телеграмму. «Я долго смотрел в лицо Агамемнону». Эта новость потрясла мир, но у ученых оставались сомнения. Воодушевленный успехом Шлиман был уверен, что он нашел мир, описанный Гомером. В свое время, когда проводились раскопки в Трое, археологи сделали ошибочный вывод. И Шлиман попал в ту же ловушку. Гробница, которую он нашел, вырублена в виде вертикальных шахт. Такая конструкция существовала только в первые годы Микенской эпохи, то есть в 16 веке до нашей эры. А по легенде, Агамемнон жил намного позже, в 13 веке до нашей эры. Очевидно, что это не тело Агамемнона, а некого аристократа, жившего за пару сотен лет до Агамемнона. Соответственно, и золотая маска принадлежала не ему. Послушав занимательную историю Василики, нам не терпелось увидеть эту золотую маску. Где же расположен дворец Агамемнона? Указывая на вершину холма,
Археолог сказала нам, что там был Микенский дворец, в котором предположительно восседал легендарный царь. Согласно источникам, стены и полы дворца были окрашены в разные цвета. Декоративные узоры на стенах и полах были составлены из полос красного, желтого и синего цветов. Главный зал имел площадь 150 квадратных метров. До наших дней сохранились только каменная терраса и несколько колонн, державших крышу. Согласно описаниям Гомера, между колоннами была отапливаемая кровать, напротив которой располагался царский трон. Можно представить, как холодной зимой царь Агамемнон сидел на престоле, наслаждаясь внутренним убранством. Мы смотрели вниз на развалины древнего города, который стоял здесь 3000 лет назад. После успешных раскопок доктора Шлимана, Микены вновь привлекли внимание мира. Найденные предметы не только считаются доказательством существования исчезнувшей цивилизации, но и подтверждают, что золотые Микены, описанные Гомером, действительно существовали. Когда путешествие по Микенским развалинам подошло к концу, нас долго не покидал вопрос – какой была Микенская цивилизация? Национальный археологический музей Греции находится в Афинах, недалеко от площади Амония. В музее можно увидеть залы с экспонатами, посвященными Микенской эпохе, где посетители тихо и внимательно осматривают каждый предмет. Экспонат на третьей витрине привлек наше внимание. Это та самая золотая маска. Мы были потрясены, ведь эта маска – лучшее доказательство существования Микенской цивилизации. Искусная резьба повторяет черты лица покойного. А сама маска является олицетворением расцвета микенской культуры. Благодаря культурным памятникам мы можем окунуться в мир, описанный Гомером. На бронзовом кинжале, украшенном золотом, изображен раненый зверь, бросившийся на охотников, держащих в руках щиты в виде восьмерки. На золотом кольце изображена церемония поднесения вина царице. Четыре зверя, стоящие на ногах как люди, держат в руках бутыли. Царица высоко поднимает чашу и надменно ждет подношения. Подобные сцены много раз встречались в поэмах Гомера. И сегодня мы нашли реальные тому свидетельства. Почему микенцы так любили золото? Мнения на этот счет разнятся. Большинство полагает, что в